Всем огромнейший привет! Вы на канале Элитка Гадалка. Сегодня я с вами поделюсь очень интересным обрядом на 13 декабря, на день Андрея Первозванного. Это очень сильный день, которым можно и нужно воспользоваться, если вы девушка не одинокая, а свободная. Да? Что можно сделать? Можно прочитать простенькую присушку. Она очень проста для того, чтобы в вашей жизни появился человек, если у вас никого нет. Присуха навстречу. Она так и называется и читается на ветреную погоду. Итак, сам текст звучит так. 13 ветров, 13 вихров. Летите из-за гор, загляните за море, поднимите долю. Найдите моего суженого, чтобы он скучал, горевал, света белого не видал. Днем при солнце, вечером при луне, ночью при огне, зовите его ко мне. Рабе Божьей, если вы не крещены, нареченной и имя свое. Либо раба Божья и свое крестильное имя. Истинно говорю во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если же вы занимаетесь черной магией, то окончание во имя Отца и Сына и Святого Духа вы убираете и делаете концовку свою. Очень хороший день для всевозможных молитв, для всевозможных заговоров, связанных именно на поиск второй половинки. Очень успешны гадания, самые разные. Очень хорошо работает веточка вишни, которую срезают, и она должна зацвести. Если она зацветает в течение 2 недель, то, соответственно, будет удачное знакомство, удачное замужество. Что еще? В этот день нежелательно шить, нежелательно вязать, вышивать, что-то ломать, разрушать. Наоборот, этот день больше на созидание. Прекрасен для любовной магии, прекрасен на обряды, заговоры от депрессии, от тоски по старым отношениям. И также прекрасный день для новых отношений, вот такие вот легкие деревенские присушки, легкие гадания на хлебе. Прекрасно работают гадания с именами мужскими, когда вы просто вытаскиваете имя с именем мальчика или именем мужчины, да. Ну, старайтесь более-менее распространенные имена загадывать. У меня лично на Андрея Первозванного имя сработало неоднократно. Так что, мои дорогие девочки, текст будет под видео. Обязательно это сделайте. И я думаю, я еще вам запишу несколько интересных обрядов. Обязательно используйте этот день для гаданий. И старайтесь, когда вы это сделаете, вот сделать и забыть. Это, наверное, одно из самых-самых правильных и грамотных секретов, чтобы ваша ритуальная часть, чтобы ваша магия сбылась. То есть вы должны сделать и забыть, да, отпустить. На этом все. Будьте счастливы, будьте любимы. Пишите, пожалуйста, по прошествию времени, каким образом этот обряд сработал, если сработал. Может быть, принесет новое знакомство, может быть, кто-то выйдет замуж. В любом случае, настраивайте себя на позитив. И, конечно, он сработает, если на вас нет какого-то наведенного негатива, либо родового проклятия, да, то есть каких-то серьезных вещей. Если просто вы до поры до времени не состоите в отношениях, этот обряд обязательно сработает. Пишите, какие вы еще хотите темы обсудить. Подписывайтесь обязательно на канал. Вы были на канале Элитка Гадалка. Я вас очень-очень люблю. Обнимаю, желаю всем всего самого-самого доброго. Сделайте этот обряд и желаю вам поскорее найти свою вторую половинку. Всем пока!